В минувшие выходные Тверь посетил Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник зажег огни на городских елках и поздравил жителей с наступающим Новым годом. Визит Деда Мороза в областную столицу начался с посещения досугового центра «Мир». Воспитанники подготовили для новогоднего волшебника праздничную программу. После Дед Мороз совершил прогулку по городу и забрал письма маленьких тверичан. Завершился визит на площади Ленина, где новогодний волшебник зажег огни на главной городской елке. Раз, два, три, елочка, да!